Ваша? Сарубица Гинтович. Когда родились? 8.10.80 года. Где проживается? По прописке город Березники Ленинского края, Менделеев 24-2. Фактически адрес проживания город Москва, станция Шереметьевская, Нагорная 21. Работаете ли? Неофициально, но работаю МД-групп, строительная крупная компания в Москве. Семейное положение? Тоже, опять же, неофициально, холостой получается. Дети есть? Да, есть сын. А судимость есть муж? Есть, погашенный муж. В какой статье когда? Статью назвать его не могу, а помню, но за кражу. С какой целью приехали в стоянку? Гости подработать. А что побудило вас на совершение данного поступка? Мое неадекватное состояние, трезвое. Ну и сам виноват. В какой цели позвонили? Позвонил с той целью, чтобы мне платить счет, мне не было, да, на самом деле.